От биатлонного стадиона до арены для хоккея с мячом в Остерсунде всего метров 600. Коллега Губерниев по традиции решил срезать дорогу за аккредитацией прямо через ледовую площадку. А у местной команды по хоккею с мячом как раз травмирован вратарь. И увидев высокое атлетичное тело, грациозно скользящее по льду, Дмитрия пригласили на просмотр. Вот она, экипировка вратаря для хоккея с мячом. Я сейчас в раздевалке вместе с профессиональными хоккеистами отправляюсь на тренировку. Возьмут меня в команду Остерсунда или нет, решится через несколько минут. Примерно в таких трусах Титомир с Лемахом пели «London goodbye». Форму выдали, играю по 31 номерам за команду «Крепкие профессионалы Остерсунда». Вообще, на самом деле, я ужасно волнуюсь, потому что дело новое, неосвоенное, и таких позах я не был никогда. Ну, с Богом. Я готов. I wanna rock, rock. Господи, как они мячи ловят, тут же ничего не видно. This is not my last minute in life. Закрой за мной дверь, я ухожу. Thank you very much. Но мой фингер болит. Над лед приложит. Просмотр прошел, но слабенько. Поэтому за команду младших юношей сгожусь четвертым вратарем.